Добрый день, мои зрители. Я пошла сейчас прогуляться на Троицкий лес. Хочу вам показать вот эту всю красоту. Вот идут тропиночки. Тут такая красота. О, крапива какая. Такая красота. Птички поют. С утра вообще кайф в лесу. Поговорить я сегодня хотела. Ой, не хотела сначала, а потом подумала. Решила сделать обзор одного канала. Многие из вас знают, есть такая Оля Быкова с канала «Деревенский дневник. Очень многодетной мамы». Я еще в 17 году начала смотреть ее. Такая худенькая девочка многодетная, миленько разговаривает. Держит свое хозяйство. Мне вообще нравится сельская тематика. Я многие каналы смотрю. А потом вдруг, в какой-то прекрасный момент, я захожу к ней на стрим, а Оля наша просит денег. Вот это сразу стоп. При том, что на данный момент у нее 600 тысяч подписчиков. И я надеюсь, что она довольно-таки хорошо зарабатывает с Ютуба. Но попрошайничество у нее видно в крови. Актриса она очень хорошая. Мы то плачем, то смеемся. Люди на это ведутся. Сейчас у нее уже 10 детей. Ну, как бы ее рожденных 10 детей. 7 от Быковых и 3 от первого брака. Но я думаю, все знают, я не буду эту историю рассказывать. Кому надо, зайдут, посмотрят. Вот. Ну, в чем я хотела рассказать? Вот вчера случайно опять я захожу к ней на канал. 2 видео она выставляет. У нее теперь еще один канал есть, мать героиня. И что там происходит? На стриме. Уже в течение, наверное, недели или полторы она собирает деньги на очередную свою хотелку. А хотелка у нее летняя кухня. При том, как известно, она на своих каналах с YouTube получает, я думаю, 1300-500 она получает. И я сейчас немножечко перепрыгну, предисловие расскажу. Но то, что ей донатят, это у нее, видите ли, как благодарность зрителей. Дорогая, ты зарабатываешь деньги. Тебя никто не осуждает, потому что ты зарабатываешь деньги на YouTube, ты снимаешь. Но побираться-то зачем? Я понимаю, у тебя не было бы денег. У тебя денег очень много. Ты сама сказала, что ты не бедная. Тебе даже в соцзащите отказали дотации. Потому что у тебя выходит больше, чем 11 тысяч на ребенка. У нас пенсионеры получают по 9 тысяч пенсию и живут на этом. И эти наивные бабульки своих копеек еще посылают тебе по 100 рублей. 1000 человек и сумма приличная по 100 рублей. Ну, и сейчас второй канал открыла. Хотя Оля недавно плакалась. Что? Ну, YouTube ей платят мало. 60 тысяч в месяц. Что ж ты врешь, когда ты сама в своих же показаниях и путаешься? Ты только недавно сказала, что на еду ты тратишь 150 тысяч. Что тебе эти 11 тысяч на каждого ребенка? При том, что 2 уже совершеннолетних. Мальчик у нее учится в военно-космической академии в Питере, а девочка вот сейчас закончила 11 класс. Поехала в Москву поступать. То есть у нее сейчас 15-летний мальчик, который 9 класс закончил. И остальные дети там идут, школьники и маленькие. Одного она вот месяц назад только родила. Мужика нас его выгнала. Так значит, что я хотела вернуться опять к кухне. На кухню она собирает деньги, 50 тысяч донаты выставила. И тут же едет и покупает себе кондиционер. Какая необходимость? В Тамбовской области прям какой Крым. Что у нее там так жарко. Окно открой. Открой окно. И будет воздух свежий. Нет, мы покупаем 2 кондиционера новых. И устанавливаем их. Дальше.
Все народ думают, что она вот на кухню собирает, донатит плохо, там ее подписчики, прихлебая ее, пишут все. Ой, да давайте поможем, да как же не помочь? И она вот там очень плохо собирает денег, собрала только 33 тысячи, как мало, ей надо 50 на кухню. Она уже начала ее строить, рабочим надо платить. Народ, проснитесь, это только донаты. У нее на карточку сколько денег приходит. Вот она сидит на стриме 2 часа. Ну, приблизительно, плюс-минус 2 часа. По донатам она собирает от 3 до 5 тысяч. И прибавьте, столько же ей идет на карточку. Кто из вас зарабатывает по 10 тысяч за 2 часа? Ну-ка, напишите мне, кто у нас такие. Скажите, где такие места? Я бы тоже пошла, поработала. То я вот на пенсии сижу, и мне как бы пенсия тоже как бы впритык. Хотя я тоже воспитываю внука. Так сложилась жизнь. Ну ничего, вытягиваем как-то. Поэтому я в шоке. Вот вчера опять с болезнью ее сразу выстрелила. Ребенок заболел. У ребенка аллергия месяц уже. Месяц аллергии у ребенка. Ребенок покрылся коркой. Ребенок весь чешется. Нашел и только сейчас поняла, что случилось. Поехала к доктору. Конечно, к платнику. В частную клинику. В Тамбове. Так это доктор. Я вот послушала запись. Вы знаете, я 40 лет в медицине. Именно в педиатрии. Я была в шоке. Да. Она начинает перечислять, на какие аллергены сдать. Доктор говорит, да, можно сдать. Она опять перечисляет. Он говорит, и на это можно, и на апельсины можно, и на кошку можно, и на хомяка можно. Хотя Оля не понимает. У них хомяк появился ровно месяц назад. О, какая скамеечка, посидеть чуть-чуть. Месяц назад появился хомяк. Тот цветы потерял. Ну, и у ребенка, она уехала потом в роддом, приехала, а ребенок весь чешется. Ну, элементарно. Если до 4 лет у ребенка там ничего не было, и вдруг высыпало, что последний появился? Хомяк. Ну, сдай на аллергены. Доктор ей начинает петь, что вам надо ехать на море. На морюшку ребенка везти срочно надо. Какой маразм какой. Сначала найдите причину аллергии, а потом уберите эту причину. Начните лечение. Море не поможет в острой форме при аллергии. Это потом, когда наступит ремиссия, еще можно поехать на море. Но Оле, видно, в одном месте загорелась свечка, ей самой хочется на море. И теперь она села на этого коня. И смотрите, как будет развиваться дальше событие. Она сейчас будет ныть и ныть, что надо вот собрать деньги ребенку на аллергены. Да, я прекрасно понимаю, это очень дорого. Там одна позиция 300 рублей стоит. Ей там написали много. Потом она будет ныть, что вот надо на лекарства. Потом она все равно изгундится и изноится на море. Смотрите, дорогие мои бабульки, и не только бабульки, сердобольные наши подписчики Оли. У вас много денег? Сдавайте. У нас полно деревенских каналов и многодетных в том числе. Но никто, как Оля, не побирается. При том, что у них рейтинги намного меньше. У них там до 100 тысяч подписчиков. Там, намного меньше. Я думаю, что у них вот действительно у них зарплата где-то в пределах 60 тысяч, не больше. Но наша королевишна. Готовьтесь. Еще раз говорю, готовьтесь. А иногда мне просто хочется на Олин канал зайти и крикнуть. Люди, человеки, что вы делаете? У вас что, лишние деньги? Кто-то уже похоронные растрес. Это все Оля. От нее мама отказалась. Мама с ней не хочет. А ее эпопея с мужьями – это вообще отдельная песня. То она от первого мужа сама ушла, то она ее муж выгнал, когда она третьего родила, увез ее в монастырь. Оля все время путается в показаниях. Все время. Ее поймать делать нечего. Но при этом она, как идиотка, улыбается, смеется. Еще всех своих подписчиков, не только подписчиков, кто ее смотрит, на ком она зарабатывает деньги – она еще обзывает. Она обзывает, унижает и говорит, что абьюз у нее муж. Ты сама абьюз, прежде всего, со своими подписчиками. Ты абьюз. Ты за счет их живешь.
Ну ладно, я что-то уже разошлась. Мне уже пора из леса выходить. Птички поют, конечно, класс. Напишите, кто со мной согласен, кто не согласен. Принимаю любые комментарии. На все отвечу. Это моя реальная жизнь на пенсии. Как говорила моя дочь, выйдешь на пенсию, сядешь на скамеечку и будешь сплетни собирать. Но сейчас жизнь другая, сейчас есть YouTube-канал, сплетни можно собрать и на YouTube-канале. Всем пока, всех люблю. Пока-пока.